Всем привет! Сегодня на моем канале будет распечатка такой небольшой посылочка. Она очень легкая, которая мне пришла с AliExpress. Ну, я в последнее время больше заказываю с AliExpress, чем на других сайтах. Потому что я сейчас, ну, мне надо такие маленькие дешевые посылочки. Я очень много заказала детских игрушек, там других разных вещей. Ну, так в пределах 30-50 долларов, до доллара. Очень много. Так что если вам нравятся такие маленькие дешевые посылочки, смотрите мое видео. У меня еще много будет. Я очень заказала очень и очень много посылочек. Здесь я заказала два самолетика. Очень интересные самолетики для детей. Они дешевые. Их можно просто сложить. Они, если честно, по-моему, или с пенопласта, или с чего, я не знаю. Сейчас мы их посмотрим, если он не запакован. Потому что это не для меня. Такие самолетики, они очень дешевые, буквально стоят в пределах, не знаю, 30-40 центов, 50, как у кого продавца. Если покупаете все там 5 штук, то может еще дешевле, если 10 штук, то еще дешевле. Я просто смотрела, там заказала здесь у продавца 2 штуки. В принципе, да, дешево. Посылка пришла, как всегда, в пределах недели. Ну, сейчас мы посмотрим, что эти за самолетики. Ну, я вижу, что отзывы неплохие и у этого продавца, и других. Говорят, что они такие маленькие, но детям очень нравится играться и запускать. А, да. Тут ничего нету. А, да, он запечатан все-таки. Я его не открою, потому что, да, не запечатанный. Видите? Ну, даже не просто интересно просто подарить ребенку, чтобы ребенок открыл, или просто подарок. Такие, вот такие самолетики, видите, а эти там. Я неправильно повернула. А. Да, у него там разные вот эти самолетики разных цветов. Видите, он отправляет рандомно. Вот там мне нельзя было выбрать. Видите, здесь получается номер 3 вот такой самолет, здесь номер 5 вот такой самолетик. Ну, здесь показывается, как их сложить, а вот там. Да, ну, здесь есть, видите, как его сложить. И у нас здесь, вот, будет вам видно, вот такие у нас есть разные виды таких самолетиков. Да, он мягкий, по-моему, он идет с тонкого пенопласта. Такой тоненький-тоненький пенопласт. Он такой легкий, вы его, ребенок его собирает и просто может себе запускать. Он такой, видите, небольшой, где-то в пределах, не знаю, 15, может, сантиметров или сколько. Не помню. Если кому будет интересно, я оставлю ссылочку, вы посмотрите. Ну, я думаю, поиграться ребенку. Вот такой самолетик, кто любит пускать. Есть дети, очень любят самолеты, любят запускать их. Можете, ну, и на улице запускать, но вот эти самолетики можно запускать просто в комнате. Ребенок себе сидит дома и может себе позапускать. Он такой легкий, вы, он им ничего не разобьет. И может просто там. Ну, недалеко летит, в комнате это довольно неплохо запускать. Тем более, они очень и очень дешевые. Если бы заказать пару штук, будут разные самолетики. Тем более, кто любит, и дети же очень любят, кто машинки, кто самолет. Может, это ваши дети любят самолетики. Мой племянник прям очень любит машины. Есть, что любят самолеты. Так что, вот такие. Я вам не покажу, кому будет интересно, я говорю, ссылочка будет внизу под видео, посмотрите. У этого продавца самые дешевые я нашла. И есть еще один продавец, если я его найду. У него, он продает парки, мы по 5, по-моему, и по 10 штук. А если вы там все покупаете 10 штук есть, то там он идет даже еще дешевле. Очень, очень дешево, буквально за пару центов. Так что я посмотрю, я вам все оставлю, если вам будет интересно. Все, друзья, вот такая у меня сегодня была посылочка. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И смотрите мои другие видео. У меня много будет таких дешевых посылочек. Если вы нравитесь, любите такие посылочки дешевые, у меня их будет очень много. Детских и не детских, и очень-очень других. Посмотрите, я думаю, вам понравится. Все, друзья, вам желаю удачи, до новых встреч, пока.